Если ты не знаешь, чего хочешь, ты в итоге останешься с тем, чего точно не хочешь. Чтобы дойти до цели, надо идти. Это своего рода забава делать невозможное. Если люди не смеются над вашими целями, значит, ваши цели слишком мелкие. Пробуйте, терпите неудачу, но не прерывайте ваших стараний. К черту все, берись и делай. Мы сами должны стать теми переменами, которые хотим видеть в мире. Препятствия – это те страшные вещи, которые вы видите, когда отводите глаза от цели. Постановка целей является первым шагом на пути превращения мечты в реальность. Быть самым богатым человеком на кладбище для меня не важно. Ложиться спать и говорить себе, что сделал действительно нечто прекрасное – вот что важно. Через осуществление великих целей человек обнаруживает в себе и великий характер, делающий его маяком для других. Мы должны вызывать, а не ждать вдохновения, чтобы начать дело. Действие всегда порождает вдохновение. Вдохновение редко порождает действие. Когда вы знаете, чего хотите, и вы хотите этого достаточно сильно, вы найдете способ получить это. Я трачу почти все свое время на Facebook. У меня практически нет времени на новые увлечения, поэтому я ставлю перед собой четкие цели. Чтобы достичь поставленных целей, нужны терпение и энтузиазм. Мыслите глобально, но будьте реалистами. Самый опасный яд – чувство достижения цели, противоядие к которому каждый вечер думать, что можно завтра сделать лучше. Вы не можете позволить себе ждать отличных состояний. Постановка целей – часто вопрос балансирования между временем и доступными ресурсами. Возможности легко потерять, ожидая подходящее время. Пуля, просвистевшая на дюйм от цели, так же бесполезна, как та, что не вылетела из дула. Никогда, никогда не позволяйте другим убедить вас, что что-то сложно или невозможно. Успех обычно приходит к тем, кто слишком занят, чтобы его просто ждать. Чтобы достичь успеха, перестаньте гнаться за деньгами, гонитесь за мечтой. Секрет успешной жизни – это понять, что вам предназначено делать, и делать это. Успех – это сумма небольших усилий, повторяющихся изо дня в день. Я не знаю, что является ключом к успеху, но ключ к неудаче – это желание всем угодить. Успешные люди делают то, что неуспешные не хотят делать. Не стремитесь, чтобы было легче, стремитесь, чтобы было лучше. Стремитесь быть не просто успешным человеком, а ценным. Одна победа не ведет к успеху, в отличие от постоянного желания побеждать. Осуществляйте свои мечты, или кто-то наймет вас для осуществления своих. Свой успех я объясняю вот тем, что я никогда не оправдывалась и не слушала оправданий. Успех – это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. Успех – это лестница, на нее не взобраться, держа руки в карманах. Успех – это успеть. Успех – дело чистого случая. Это вам скажет любой неудачник. Успех не ключ к счастью, счастье – это ключ к успеху. Если вы любите то, что вы делаете, вы будете иметь успех. Успех – это баланс. Успех – это когда вы являетесь тем, чем вы можете быть, не жертвуя ничем другим в вашей жизни. Успех часто бывает единственной видимой разницей между гением и безумием. Секрет жизненного успеха – будь готов к возможности до того, как она возникнет. Всякая работа трудна до времени, пока ее не полюбишь, а потом она возбуждает и становится легче. Выбери профессию, которую ты любишь, и тебе не придется работать ни дня в твоей жизни. Гениальность может оказаться лишь мимолетным шансом, только работа и воля могут дать ей жизнь и обратить ее в славу. Жить значит работать, труд есть жизнь человека. Постарайся получить то, что любишь, иначе придется полюбить то, что получил. Работа, которую мы делаем охотно, исцеляет боли. Делай, что можешь, с тем, что у тебя есть,
там, где ты находишься. Всегда помните о том, что ваша решимость преуспеть важнее всего остального. Кто хочет, ищет возможности. Кто не хочет, ищет причины. Любовь и работа – единственные стоящие вещи в жизни. Работа – это своеобразная форма любви. Есть только один вид работы, который не вызывает депрессии. Это работа, которую ты не обязан делать. Я твердо верю в удачу, и я заметил, чем больше я работаю, тем я удачливее. Вдохновение приходит только во время работы. Понуждай сам свою работу, не жди, чтобы она тебя понуждала. Если вы будете работать для настоящего, то ваша работа выйдет ничтожной. Надо работать, имея в виду только будущее. Кто делает не больше того, за что ему платят, никогда не получит больше того, что он получает. Обычно те, кто лучше других умеет работать, лучше других умеет не работать. Самая тяжелая часть работы – решиться приступить к ней. Самый несчастный из людей – тот, для кого в мире не оказалось работы. Лучше работать без определенной цели, чем ничего не делать. Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя. Мы находим в жизни только то, что сами вкладываем в нее. Пока у тебя есть попытка, ты не проиграл. Последняя степень неудачи – это первая ступень успеха. Неудача – это просто возможность начать снова, но уже более мудро. Я этого хочу, значит, это будет. Если ты рожден без крыльев, не мешай им расти. Будь собой, прочие роли уже заняты. Я не терпел поражений, я просто нашел 10 тысяч способов, которые не работают. Если проблему можно разрешить, не стоит о ней беспокоиться. Если проблема неразрешима, беспокоиться о ней бессмысленно. Даже если вы очень талантливы и прилагаете большие усилия, для некоторых результатов просто требуется время. Вы не получите ребенка через месяц, даже если заставите забеременеть 9 женщин. Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит. Наш большой недостаток в том, что мы слишком быстро опускаем руки. Наиболее верный путь к успеху – все время пробовать еще один раз. Лично я люблю землянику со сливками, но рыба почему-то предпочитает червяков. Вот почему, когда я иду на рыбалку, я думаю не о том, что я люблю, а о том, что любит рыба. Просыпаясь утром, спроси себя, что я должен сделать. Вечером, прежде чем заснуть, что я сделал. Бедный, неудачный, несчастливый и нездоровый – это тот, кто часто использует слово «завтра». Старики всегда советуют молодым экономить деньги. Это плохой совет. Не копите пятаки, вкладывайте в себя. Я в жизни не сэкономил и доллара, пока не достиг 40 лет. Тяжелый труд – это скопление легких дел, которые вы не сделали, когда должны были сделать. Раньше я говорил, я надеюсь, что все изменится. Затем я понял, что существует единственный способ, чтобы все изменилось – измениться мне самому. Урок, который я извлек и которому следую всю жизнь, состоял в том, что надо пытаться, пытаться и опять пытаться, но никогда не сдаваться. Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра будешь жить так, как другие не могут. Чтобы извлечь из жизни максимум, человек должен уметь изменяться. К сожалению, человек изменяется с большим трудом, и изменения эти происходят очень медленно, многие тратят на это годы. Самым трудным является по-настоящему захотеть измениться. Мы сами создаем окружающий нас мир. Мы получаем именно то, что заслуживаем. Как же мы можем обижаться на жизнь, которую создали для себя сами? Кого винить, кого благодарить, кроме самих себя? Кто, кроме нас, может изменить ее, как только пожелает? Через 20 лет вы будете более сожалеть о том, чего не сделали, чем о том, что вы сделали. Поэтому отбросьте сомнения. Уплывайте прочь от безопасной гавани. Поймайте попутный ветер своими парусами. Исследуйте, мечтайте, открывайте. Из двух дорог, лежащих предо мной, идти решил нехоженной тропой.
И это в корне все переменило. Жизнь, как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться.